И снова здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Мы едем в Коско, и сегодня мы все купим бесплатно, надеюсь, да? Ну да, куда? Ну еще? Если мы, конечно, не разойдемся так, что прям нет, вот вообще. Не разойдемся. Нет. Не разойдемся? Юрий гарантирует. Нам просто Коско прислал чек. Ежегодный. Говорит, да, говорит, спасибо, что вы с нами, вот вам, получите, распишитесь. Ваши 2%. И отоварьтесь, да. Ваши 2% вам обратно. Вот. И у нас обратно получилось сколько? 300, почти $300. Вот так вот. Такие вот мы шоперы. Это за год. Там не удивляйтесь. Это не за месяц. Вот. Так что поехали отоваривать чек. Что здесь изменилось? Так, это для мальчиков. Нет, это для мужчин. Нам нужны штаны для детей младших, чтобы в школу ходить. Хочешь чиносы? Это чиносы, наверное, да. Хочешь чиносы? Ладно. А вот, смотри, 30 на 32. Да, смотри, это твой размер. Сколько стоит? $20 всего. Цвет хороший. У меня так шорты есть. Слушай, есть серые. Да, не знаю даже. Хотя я не знаю. У тебя нету, кстати говоря. Ну, вместо джинс. Сейчас вот начнется погода такая прохладная. Будешь носить куда? Ты же на работу все равно не ходишь в шортах. Да. Да. Ну, как интересно, их это? Где-то раскрыто есть посмотреть? Вот. Просто посмотреть, как они выглядят. Ну, подержи. Они, видишь, вот с такими карманами. А, блин. А, ты знаешь, они карман? Сзади. Это сзади какой-то. Да. Это для телефона как раз. Очень удобно, только надо не садиться на него. Ну, так вроде. А так они не узкие, ничего. Не сильно широкие. Но это 32 размер, да, поэтому. Я знаю. Да. Просто какие ты хочешь? Серые или еще черные? Но черные не надо. Нет, я хочу вот такие. А, ну давай такие возьмем. Давай возьмем, да, если не понравится, неплохо, померяешь, не понравится, если плохо сидят, вернем. Подожди. Или Максу отдадим. Тест. А, точно, получается. Подожди, что ты сделал? Тест? Да. А, телефон. Телефон, правильно, телефон. Под твой телефон, да. Это, если что, говорю Максу, Максу должны будут тоже подойти. Если вдруг. Макс, конечно, бы серый предпочел. Бери, короче, вот этот, суди свой размер. Да, тем более есть мой размер. Прям да, вообще. Ну, это редкость, большая редкость. Так, что еще? Где пацанячья одежда? Так, это кофта Adidas, $20 стоит. Это тоже кофта. Вот штаны. Штаны $17 стоят. Слушай, $17 стоит. Это Adidas, потому что. Есть вот серые. Вот это на Лёшу. Есть черные. Черные тоже есть. И на Вову, и на Лёшу. Что думаешь? Давай посмотрим там еще. Да. Ну, там в другом отделе, может быть, там еще что-то есть. Просто я, на самом деле, не очень люблю вот эти лампасами. Да. Ну, как-то они смотрятся. Ну, такие, как у Лёши, ну, чемпион. Да, как чемпион. $300 скидка, да, на, да, MacBook Pro 13. Но это старая, да, модель? Да, это старая. Это не на M1, да? Нет. Да. А на M1, смотри, тоже $150 скидка. Mm-hmm. Хорошая цена, смотри, 1350, да. 1250 стоило. А да, сейчас 1100. Там 8 гигабайт. Ну да, это такой простой ноутбук для, ну, для школы, да, подойдет. Ну, я имею в виду, что не для монтирования видео. Вот на эти контейнеры все еще скидка, стоят они сейчас $47. Очень классно. Я взяла и прям довольна. Это кресло. Это кресло. Большое. Смотрите, я говорю, что это такое, колонка, что ли? А это большое, смотри, какое кресло. $120. Оно на двоих, видишь? Да. Джамбо. Странно, что коробка меньше него. Он что, надувается? А может быть, в нем нету этого наполнителя? Washable, да, надо cover. Надо почитать.
А, смотри, написано одна накидка и одна внутренняя какая-то подушка. Понятно. А, ну вот, смотри, набор. Нарисовано. Что-то здесь есть. Вот это что такое? Это так сложно, что ли? Я не пойму. А там внутри. А может быть вакуумно. Оно, слушай, оно надутое реально. Оно не шарики. Это не шарики там внутри. Хочешь посидеть? Оно специально тут открыто, чтобы посидеть. Смотри, написано, что наполнено пеной с высокой плотности. Это какая-то пена, но это не шарики. Не шарики, да. Оно вакуумно просто упаковано, наверное, поэтому оно помещается в такую коробочку. Ну классно, это такое. Оно такое мягкое, приятное. Да, 120 баксов. Ну-ка, ляг. Место занимает много. Сядь. Давай. Юху. О, ложись. Оно продавливается так, как бинбэк. Классно на нем? Да, ничего. Но оно огромное, конечно, занимает полкомнаты, да? Оно очень упругое. Это супер. Не продавливается. Нам вдвоем тут бы места хватило. Видишь, нарисованы такие более-менее стройные люди. Но $120 это, конечно... Ой, смотри, какая красота. Для такого большого бинбэга. Вот это, мне кажется, дорого. $85. $85, деревянная. Это вот куда-то в ванну, да? Сауну, в ванну такая. А где у нас ты поставишь такое? Душ нельзя, потому что, видишь, там типа полотенца должны быть. Да. Хотя это написано, что это скамейка. Видишь, стиковая, да. Мне кажется, она выдержит воду. Да? Да. Но у нас неровный душ. Да, нам не надо. Душ не очень. Сделано это если сауна была бы. Но тоже недешево, прям $85. Опять эти лампы, смотри, появились за $100. Наверное, две штуки там, да, внутри? Да. Ага. Понятно. Это тоже чиносы? Это не чиносы. Слушай, нет. А вот это синие, это другие. Ну, фирма та же, штаны. Да. English Laundry. Pocket Pen. Нет, это не то. А, это $13. Это другие. Это подешевле. Да. Это вот это такие же. Да. А это что-то такое-то спортивное? Тебе не нужны спортивные штаны? Нет. Они как-то немножко... Всего $10 стоят. Классно. Да. Такие для дома. Ну, смотри, качество не очень, да? Ну, $10, что ты хотел? Это тоже для менсов. А, это шорты. Да, шорты. Шорты Adidas мужские стоят $13. Посмотри, уже куртки появились. Но это детские, правда, маленькие, $20. Вот такие вот, с персонажами. Вот такие спайдермены. Это на маленьких детей, там, по-моему, до 7 лет, что ли, или до 6. Так, это прям костюмы. Костюмы $20. Вот такие, вот такие. Тоже, это тоже на маленьких детей. А где на побольше детей? Так. Похоже, нету больше ничего на мальчиков побольше. Это все пижама. Так, зато есть майки Levi's. А стоят они... Так, $13 три штуки. Класс! Смотрите, вот такие расцветки. Есть вот такие, есть вот такие. Смотри, где Юра? Хочу показать ему. А, еще есть вот такие. Вот такие. То есть классные. Всего $13. Смотри, Юра, $13, 4 майки Levi's. Классно. Классно, да? Пацанячие. Но я не знаю, кому такие нужны. У нас нет поклонников особых. Есть только Максу. И то, мне кажется, вот 14-16, мне кажется, ему маловато. Он большой, потому что такой уже. 14-16, ему надо вообще 16-18, наверное, что ли. А вот смотри, есть 18-20. Но я не уверена, что он такой будет носить. 16-18. Во, вот это его размер. Думаешь? Да. Посмотри. Ну вот ты на себя примерь, потому что у него твой размер. Да, да, да. Да. Хочешь такое? Нет. Хотя мне да, но его подошли. Тебе подошли, но я бы тебе лучше вот такое вот сделала, такого цвета. Смотри. Я хочу вообще без надписей. Это же Levi's, они с надписями всегда. Ну, да. А давай я у Макса покажу, ему пока спрошу.
Так, короче, Макс вот эти выбрал. Не знаю, они какие-то грязные, что ли, да? Не знаю, нет. А вот же зеленые лежат. Зеленая, ну, да? Ой, вот их там много. Короче, 18-20 лет называется у нас ребеночку. Да? Я не знаю, что это. Да, они какие-то... Нет, вот это вот прям синее покрашено. Ладно, сейчас выберем. Так, еще есть джинсы. Тоже Levi's. Вот это на 7 лет, что ли, такие маленькие? Тоже $13 стоит. Вот на 8. Ну, джинс вроде у нас... У Лёши не помню. У Лёши, по-моему, особо нет джинс. Но тут и на Лёшу нету. Тут вот такого защитного... Кстати, Вова любит вот такое. Помнишь, мы ему как-то... Кто-то ему дарил, они порвались. Он любит вот такой цвет. Но... У Вовы я даже не знаю, какой тут размер. Так, вот это какой размер? Вова, наверное, 8 размер. Где 8 размер? Это 7. Ну, не знаю, короче. Они, видишь, сейчас слим. Слим? Ну, Вове слим нормально. Что-то нету больше, да, пацанам никаких этих штанов, да, спортивных? Да. Надо, наверное, где-то в Маршалс или где искать. Смотрите, тут женские кофты. Пума. За $8 всего. Так, сейчас я посмотрю, как она выглядит. Она, кажется, коротенькая такая. Она, кажется, укороченная, Юра. Mm-hmm. Это, знаешь, такие, в которых бегать. Mm-hmm. Сверху одеваешь и бежишь. Видимо. Можешь взять такую, чтобы бегать утром. В 6 утра. Как вы думаете? Надо мне такую или не надо? По утрам бегаю я. Я говорю, надо мне такую или не надо? Не знаю. По утрам бегать в 6 утра. Возьми. Смотри, она какая короткая. Да, поясницу не будет закрывать. Поясницу, да, не будет закрывать. Не надо, она да? Широкая. Она широкая, потому что в ней бегают. Это же пума. Так, а это что? А, это эти леггинсы, тоже бегать. У меня такие есть для бега. Это искусственное дерево? Да, да. $150. Это оливковое дерево. Слушай, да, не настоящее. Вот засада. За $150. А это тоже искусственное? Да. Да, похоже. Но выглядит очень красиво. Да. $50. Вот так поставил, вот в наш угол там в зале. Поставить и пускай стоит красота. Вы помните, да, я вам показывала вот эти кактусы, и я еще думала, брать, не брать. Стали они $10 стоят. Они были 20... Они были 35 или 38. Нет, нет, ты мне показывала последний раз. Это вторая, это скидка была уже на них. А изначально здесь они стоили? Потому что остались всякие такие обломанные. Потому что умерли они. Вот, они их тут они не поливали, нифига. Вот, да, вот здесь вот он... Да, попал. Это они продают, потому что они уже все. Да, не будем, да, брать? Да, да нет, наверное, не совсем. Совсем дохлые. А вот смотри, вот то растение, да, которое там искусственно, вот настоящее. А сколько оно стоит? А, не знаю сколько, но, короче, какая-то из этих цен. На него фикус, вот смотри, вот такой вот. $37. Где? Вот это вот? Foliage. Наверное. Это вот 4 пак, 1-4 квотер ич. То есть вот эти вот 4 горшочка $30. Uh-huh. А этот один. А вот это вьючаяся, помнишь вот такую вот? У нас тоже росла в биологии кабинете. У нас, во всяком случае. А смотри, что с орхидеями. Смотри. Обалдеть. А на все скидка. На все. $3 на стаканы вот эти. Кастрюли все никак не могут распродать. Вот. Вот эти штуки тоже симпатичные. $10 всего. Так, я не знаю, нам тут, наверное, ничего не надо. Из всего это. Доски новые не появились никакие. Я все доски никак себе не заменю. Ну вот эти висапы. Да, они со звездочкой. Висапы, да. Лежат. Они без бороздки. Во-первых, они без бороздки. Во-вторых, вот покажи мне за ее нижнюю сторону.
Они вот как вот, они тоже будут ездить, нет, да, вот наверное? Нет, вот здесь вот ножка такая. А, резиновая, да? Да. Я хочу с бороздкой все-таки, да. Когда режешь что-нибудь, помидоры, там еще что-то, вот это вот все течет. И когда есть бороздка, то очень удобно. Смотри, сколько. Ого. Сколько этих штук. Когда они уже на него скидку сделают? Да, должны будут сделать. Юрий, Юрий все это. Да, но не очень, потому что дорого. $40 за вот эту вот деревянную штуку. Но она красивая, конечно, ничего не скажу. О, подносы со звездочкой? Нет, не было. $20. Сколько они стоили? Я не помню, надо смотреть видео. Вот одна такая. Вторая. Ну, короче, это подносы. Ну, ты знаешь, я вот в них особого функционала для нас лично не вижу. Ну, если только ты мне будешь завтрак в постель приносить, а что я не знаю. Ножек там нет для этого. Невероятное будет. Да, вот это нам больше подойдет, вот так закуски поставить. Конечно, вот это вот 100%. Спросим. Юрий, да, надо узнать у Макса, нужна ли такая доска. Всего $20. Я вот такую хочу, но тоже хочу, чтобы она была со скидкой. Мне вот, чтобы красить ногти, вот такая штука нужна. С зарядкой прям? Конечно. Я же развлекаюсь, пока красю ногти. Потому что вот эта лампа, она очень направленно светит. И как раз вот для того, чтобы делать маникюр, очень удобно. Сейчас она стоит $35. Когда будет скидка? Какая симпатичная подставка под обувь. Смотрите, она может вот так вот раскладываться на две части, а может собираться вот в такую четыре полки. Стоит $40. У нас есть хорошая подставка под обувь. Конечно, нам такая маловато, но вот мне кажется, на семью из 2-3 человек вполне себе ничего. Так, что, новые подушки появились? О, вот такие появились. Смотрите, какие. Подушки стоят $12. Тут, конечно, уже, по-моему, разобрали те, которые одного какого-то вида остались. Вот такие. Так, должно быть три вида. Но трех видов я что-то не вижу. Похоже, уже все разобрали. Тоже хороший цвет. Такой. Если делать вот так вот, в таком стиле гостиную, то классно. Шторы, смотрите, набор из 2 штук стоит $16 сейчас. Сегодня смотрела видео Настя, моя Америка. Мне кажется, вот эти шторки им подойдут. Вот так вот они выглядят, потому что светленькие и под цвет, мне кажется, сидушек под стулья очень подойдут. Ребята, всего осталось 2,5 месяца. 2,5 месяца до Хэллоуина вот и уже. А что, она включается она как-то? Горит, $40 горит. Стоит. А ну-ка нажми ее где-нибудь там. Думаешь, она не это? Нет, это сзади, сзади. Нет, нигде? А внизу? Ну, в смысле, где-то, да, она включается. Но я думаю, что она не на кабеле. Как будто огонь. Да, ну понятно. Классно выглядит. Симпатично. Что, звуком? А, еще и звуки издает. Да. Страшно прям подумать. Flickering flame. Мерцающее такое. Угу. Дети, конечно, были бы рады. Но куда такую ставить? Это надо, чтобы бэк-ярд, не бэк-ярд, а фронт-ярд был. О, на стуле скидка. $8 скидка, сейчас $29 стоит, $29.99. Здесь тоже что-то было. А нет, те же самые, по-моему, стулья. Вы поглядите, опять появились эти Pac-Man аппараты. $370 стоит. Вот такая вот бандура будет стоять у вас дома. Юрий, не хочешь сыграть? Нет. Ну такой он, да. Слушай. О, game over. Это демонстрация. А, демонстрация. Еще нельзя поиграть, да? Блин. Тут еще не надо монетки не выскидывать. Нет. Не надо? Нет. Мы думаем, как Макса до школы доставлять. $580 сигвей. Да, я не знаю, где там его оставлять, потому что у них такие заполненные эти байк, не сториджи, а даже просто площадки, они под этим, ну, под открытым небом. И если дождь пойдет, то вот эта штука может испортиться, мне кажется. Нет, она водостойкая, ну, в смысле. Но все равно вот кидать такую штуку как-то вот, не знаю, да. Даже. Даже не знаю. Мы, кстати говоря, шлемы. Тебе не надо? Те, которые мы взяли. Да. Угу, $30 стоит. Надо, короче, думать что-то. Да, такая.
Слушай, да, у него и амортизаторы есть. Вот тут вот Юра говорит, IP54, это, ну, это от дождя. Это нормально, да. Но где вот его там бросать, не знаю. Не знаю. Причем у него на 45 километров хватает зарядки. А, это, слушай, есть другие. Они на этом, на солнечной электроэнергии. Вот, видишь, они открытые. Да, не, мы такие видели на солнечной. Мы вот этот меня ценник интересует. Это что-то другое. А это тоже какие-то, да, но 6. Я их не вижу. А, это, может быть, это, которые втыкаются. Да, дорожки. Да, но их уже нету. Уже нету. Вот такие у нас. Они сейчас стоят $40. Ну да, это споты. $10 стоят. Две штуки. Да, смотри, как прикольно. А вот смотри, какие большие. Это тоже на, $10. Это на, можно наклеивать. Они, на, а, нет. Нет, 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 врезаются. Вот нарисовано, вот видишь, врезаются в потолок. Ага. Да, вот я как вспомню, как, смотри, мы покупали эти споты. Прикольно, адаптер, обычный патрон. Скручиваешь его. А, на обычную лампочку, да? Да. Угу. Что? На душ. А что? Скидка. А, да, $10. А у нас сейчас оба же, да, души, да, такие? А, ну слава. А я что-то пользуюсь, даже не обращаю внимания, не помню. Это вот хорошая фирма, вот эта вот. Да, души. Что это? Вот эта фирма еще делает эти ирригаторы, да, помнишь, да? Чистить зубы. Они острые. Смотри, скидка, ты дождался, $5 на пиво. 22 баночки, $22. Меньше доллара за баночку. Ну, интересно, на самом деле. Интересно. Да. Главное, чтобы не острое оно было. Посмотри, пожалуйста, а то это мексиканское было очень острое. Еле допил. А ты его еще там 2 или 3 бутылочки остались. Смотри. Лимонное что-то. Цитрусовое. А, ну, значит, не острое, наверное. Интересно. Ну, смотри, здесь вот фейерверки. Это да, нарисованы. Это к этому. Какому-то празднику. Дню независимости. Да. Распродают. Так. Смотри. Вот это, значит, из пшеницы, сваренная с лаймом. Orange and lemon peel. И с кожицей апельсина и лимона. Да. Lemon... Ну понятно, какое-то цитрусовое добавлено пиво. Добавлено еще лимонное пюре. Цитрусовое пиво. Давай, бери, попробуешь. Сейчас, подожди. Так, какие у нас дела с ягодами? Черешня. 3 паунда за $8. Черешню что-то не хочу. А вот эти ягоды стали меньше. Всего 18 оз. Но они как будто бы немножко перезрелые, что ли, стали. Да, вот, короче, какие-то они помятые. Стоят $4. Прям приходится выискивать более-менее нормальные. Даже не знаю, насколько они... свежие. Вот не очень свежие, прям на вид такие помятенькие. Я вообще хотела побольше взять, потому что я их ем, а тут так много сухих. Даже не знаю, что делать. Не знаю, ребята. Прям много-много таких испорченных. Возьму, наверное, одну. Потому что выкидывать, честно говоря, не хочется. Что-то говорю, это испортились ягоды. Какие-то они не очень. Вяленые, прям, смотри. Даже не знаю, что делать. Органик, они... Ну... Органик... Органик на $2 дороже. Ну, конечно. Ого, зато какие они. Вот это да. Вот это органик. Ну, тоже немножко подмятые. Подмятые? Ничего. Ну, они вот помятые. Ой, что это? Даже не знаю. Не, ну, это нормальные. Нормальные? Ну, давай возьмем. $6 стоит. Так, малинка. Надеюсь, с малинкой все нормально. Она не подвяленная. Нормальная малинка. Так, малинка стоит $5.5. Клубничка.
Клубничка тоже неплохо выглядит. Вроде бы. Клубничка тоже по 5,5. Но тоже есть помятенькая. Вот ее тут уже всю перебирали. Товарищи. Собственно, как и мы. Что-то с клубникой тоже. Как будто ее, знаешь, утрясали, когда везли. Трясли не по-детски. Бедняжку. Вся прям помятая. Внизу особенно. Что с ней? Вот это нормальная. Не помятая. Давай одну возьмем. Решила я взять две. Одну мы сегодня вечером точно съедим с друзьями. А вторая останется на неделю. Так, картошка нам нужна. Голд потейто. Надо только выбрать, знаешь, вот покрупнее мешочек. Вот здесь тоже еще есть. Картошка, не знаю почем. 6,49 за 10 паундов. Она немножко прорастает уже, конечно. Зеленую не хочу картошку. Вон ту посмотри. Ну да, не крупные. Что же они не крупные? Нынче картошка называется не уродилась. Какая-то она мелковатая, да? Ну ладно, давай брать. У нас просто никакой вообще нету. Не мелковатой, не мелковатой. Да бери давай, ладно, бог с ней. Так, еще нам нужна морковка. $4 за 6 паундов. В этот раз морковка вроде бы не гнилая. Но тоже смотрите, какая худая. Что-то случилось, товарищи. У кого-то морковки вообще нету, а у кого-то она похудела. Что произошло? Что в мире происходит, а, люди? Я говорю, у кого-то морковки вообще нету, у кого-то она худая. Что произошло в мире с морковкой и с картошкой? Обмельчала нынче? На, давай. Так, ну как же без сельдерея? Без сельдерея мы не уйдем. Сейчас поищем хороший толстый сельдерей. Хороший толстый сельдерей нынче. Думаю, вот этот нормально. 5,49. И хочу еще виноград. Наш салат не появился? Зимний салат. Азиатский, или как он называется? Тайский. Я думаю, надо зелененький взять виноградик, да? Виноградик почем 8,49. Тебе что-то привлекается? Какой-то виноград тебя впечатляет своим видом? Вот, наверное. Нормальный? Угу. Ну, давай. Вот эти помидорки возьмем. 5,89 стоит за 2 паунда, да? Да. Огурец у нас один есть. 5,49, огурцы, органик. Главное их потрогать. Вот они. На, держи. Огурцы у нас в этот раз хорошо прям ушли. Это большая, да, гуакамоле? Нет, нам лучше вот такую взять. Да. Такая, короче говоря, стоит... А такая, смотри, дороже стоит, получается, да? Чем вот эта. Но она тут... Ну, да, это индивидуальная. А вот это что такое? Подожди, вот здесь тоже гуакамоле? Да, но она вот в таких баночках. А, она в больших. Не, ну такую можно, если, допустим, вдвоем кушать всего, да? Да. А эту вот порционно можно всем дать. Какого она размера? Какого размера? Ну, вот баночка такая, на двоих. Ну, на двоих как раз, да. Да, для нас двоих нормально. Ну, можно, в принципе, взять. А сегодня, если мы откроем... Сегодня две откроем, да, да. Или, нет, да. Вообще, нет, сегодня мы не, две не будем. Давай вот такого возьмем. Давай берем. 13,93. Да, гуакамоле у нас нету. У нас только хумус остался. Какой-то новый появился. 7,69 стоит. Французский рецепт, по французскому рецепту. Карамель флан. Карамель с чем-то.
Это типа как карамельный соус внизу, а вот это вот, ну это знаешь, типа как пудинг, что ли, по вкусу. Не любишь, да? Лазанья, $3 скидка. Давай возьмем? Завтра сделаем. Сегодня не будем, а завтра. Потому что там внутри равиоли. Там равиоли. Это равиоли и лазанья. А тут написано равиоли и лазанья. Давай возьмем. Короче, такой контейнер стоит примерно $16. И $3 скидка будет 13 стоить. В прошлый раз мы брали вот эти вот десерты. 6,49 стоят они сейчас. И детям, и Юре очень понравились. Тут их всего 6 штучек, правда? Тут их всего 6 штучек, правда? Да. Вам не хватило, по-моему. Почему? Ну, всем, хватило, чтобы насладиться. А-а-а. По одной штучке досталось всего? Ну, и нормально. Ну, ладно, давайте. Мясо хочу какое-нибудь. Детям сейчас школа начнется. У нас нету бесплатной еды для младших. И поэтому надо будет что-нибудь им класть. Может быть, я им буду вот эти сэндвичи делать в этом, ну, запекать и с собой класть. Только с чем? Индейка, хэм. Вот такую давай. 5,29 стоит. Можно было, конечно, просто курицу взять, которую можно порезать. Давай эту. Тунец появился. Ничего себе. $16 за паунд. Вот какие, да, хорошие кусочки. Да, хорошие. И поки можно сделать, да? И вот бургер. Поменьше. Вот из этих можно было бы бургер такие сделать. Два бургера сделать. Слушай, оно не толстое будет для бургера? Нормально. Она же чуть поджарится. А вот смотри, есть как раз вот вообще еще меньше. Маленькие. Кусочки. Я не знаю, но... Видишь, я не знаю, будут ли дети такие бургеры. Дети точно не будут. Да. Дети точно не будут. Ну что? А когда мы их будем делать? Не знаю. Не мы сегодня и не завтра. Да. Не сегодня и не завтра. Да. Что, сегодня не будем брать? Нет, наверное. Ее свежую желательно брать, да, чтобы, да, готовить. Да. Может быть, давай как-нибудь среди недели я заеду, и ты потом вечером приготовишь, да, этот бургер, да, чтобы свеженькую купить. Королевский лосось стоит $18 за паунд. Представляете, какой дорогой? Mm-hmm. Вот такой кусок стоит 71-78. Обалдеть. А вот этот 90. Ничего себе. У нас пока соленый кусочек есть, потому что я его заморозила, можно разморозить. А который жарить, запекать, у нас тоже есть, который в панировке, помнишь? Не, в специях. Так, на порошок сейчас скидка, на Тайд тоже есть, $4. И вот на такой Клорокс. Но у меня пока еще чуть-чуть порошка есть, поэтому, наверное, пока не буду брать. Я не знаю, насколько, на пару месяцев мне точно хватит. О, тут тоже появились ребрышки. Блин, хочу ребрышки. 15,98 одни стоят. Это получается сколько? $13 за паунд. Надо будет как-нибудь взять. Я прям соскучилась уже. Они такие вкусные. Юра пошел за молоком в морозилку и за яйцами. Сегодня в Коско просто какой-то капец. Народу очень много. Просто много. Паркинг даже был забит. Так, что с йогуртом? Йогурт мой в чабане не появился? Наверное, нет. Йогурт можно, кстати, взять. То, что я боюсь, что мне на неделю не хватит. Вот этот. Йогурт стоит 4,79. Здесь его сколько грамм? 907 грамм. Готово. Ну и по традиции мы берем сок со скидкой. $7 все стоит. Юра, это в прошлый раз две взял, и сейчас. У нас, в принципе, когда дети приходят, Вова в основном его пьет. Но когда приходят дети друзей, то тоже обязательно пьют. Ой, ничего себе, что, скидка скоро заканчивается, да? Нет, но в прошлый раз мы не добрали. А, мы не добрали в прошлый раз, вы посмотрите. 4 упаковки сока, обалдеть. Так, мороженку точно берем. $12 за 15 штук.
Крылья, наверное, надо взять, да? 16, 18, 69. Крылья у нас Макс любит. Но мы тоже иногда их едим, они вкусные, да? Хорошие крылышки. Без соуса так вообще прекрасно. Столько появилось лосося. Слушай, вот это хорошая цена прям. Она со шкуркой, да? Да. Лосось. Прям вообще прекрасная цена. Skin on. Фермерский лосось. Сколько здесь штучек? Здесь, правда, его 360, да? Да. А, вот здесь вот написано, сколько штучек, по-моему. Размер порции 113-213 грамм. Ну, где-то 6-8, да, примерно? 6, наверное. Ну ладно, я думаю, никуда не пропадет, пока у нас есть еще рыба. На нее сейчас скидка, да, а это как пицца, да? Даже не знаю. Думаю, детям в школу что-нибудь такое давать. Но не уверена, что они это будут есть. Индивидуально упакован. Да, попробуем? Да, давай вот такие попробуем. Это как будто в пите. Да, в пите кусок курицы с сыром. Мне кажется, такое они, наверное, будут есть. 6,99, там 15 штук. Надо им дать такое попробовать сначала, а потом уже в школу класть. А то вдруг не будут есть. Ну, как будто курица целиком, да, кусок? Это что-то новенькое. Я даже не знаю, что это. Печеньки. Стоит, правда, 30 баксов. Это, короче говоря, с начинкой, да, но это что-то такое. Сезам филинг. Это с этим, с кунжутом. Но 30 баксов. Прикинь, упаковка. Угу. Вот это тоже что-то такое же в таком духе. Ага. Эти стоят $19. Юрий, нутелла нам нужна. $13 за две упаковки большой нутеллы. Огромная, я бы сказала. Ну, бывало. Нам надолго хватает. Помнишь ведро нутеллы? А, да, в Коско для бизнеса. Ну, конечно. Ну, то я даже не знаю, сколько нам надо будет. Пару лет кушать. Это что-то новенькое. $12 стоит. Это какая-то тоже паста. А, слушай, это паста из кучи разных орехов. И кешью, и миндаль, и бразильский, и, короче, всякие чиа сидс. Ой, слушай, вот это какая-то интересная штука. Какие-то австралийские печеньки. О. Смотри, там овес, сушеные абрикосы, органические, семена льна, семечки подсолнечные. О, давай посмем. Мед. $8 стоит. Мед, кокос, киноа, чиа сидс. О, это полезные. И что-то еще. Полезные? Сколько калорий? 130 калорий в одной штучке. Ну, обалдеть. Потому что это из-за орехов. Не знаю, понравится нам или нет. Нам, да. Нам 100% понравится. Не знаю. Давай возьмем, тем более скидка. Думаешь? Австралийский при этом? Почему да. Австралийский ты считал? Оззи, да. А, это. Блин, не знаю, думаешь, да? Да, 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 давай, бери. Ну ладно. Вот это мне понравилось, вот эта штука. Но я не знаю, куда ее использовать. Это намазкана, но мы такое не едим, ну никуда не мажем. Блин, я взял, а то нам вообще весь на Хэллоуин. Костюмы, слушай, это на Хэллоуин уже готовятся? Да. Обалдеть. Костюмы стоят где-то $25, $24, $22. На тунец скидка. До 29-го. Желтый тунец. Нет, не желтый, ел с желтым плавником. Ну да, в смысле, с желтым чем-то. А, вот то есть он не в воде, да? Нет. Хороший должен быть, да, давай да. Возьмем. Попробуем. Те все равно доедим. Конечно, это... салат вот у нас Макс очень любит с тунцом. Продукт Таиланд до 24 года. До июня. Июня 24 года. Ничего себе. Овощные чипсы какие-то. Это что-то новенькое. 9,79. Овощные чипсы, да. Это что там? А, смотри. Калифлауэр. Да, цветная капуста высушенная. Вяленые помидоры, да, кажется? Морковка. Помидорки.
Потейто, пропасы, потейто. 10 разных овощей? Вот, все, что сколько? Написано. Потейто тоже есть, то есть там обычные чипсы тоже. 10 класс. Порций. А, 284 грамма. Она легкая такая, очень легкая. Да, вот, видишь? Угу. Ой, это вот эта фирма, которая вот эти вот делала. Помнишь, мы эти тоже покупали как-то? Да, интересно. Ну, но у нас, конечно, снеков, конечно, блин, нам бы доесть. Да потому что оно невкусное, то, что у нас есть. Попкорн не хотите? У нас, кстати говоря, заканчивается. Да. А это что, креветки сушеные? 8,99, 142 грамма, да. Это креветки. Мы их, по-моему, видели, да. Попкорн не будем брать? Не знаю, может, в следующий раз. А если Макс съест дома у Юнайта? Будет весело? Давай возьмем. Давай посмотрим срок годности. 44 бега. Ну, насколько нам хватило вот эту вот этого попкорна? На полгода хватило. На полгода. А, до июля 22 года. Да, можно. Ну, все, у нас можно до декабря. Угу. А это что такое? Рамен нудл снэк. Ой, ничего себе, смотри. Сухой доширак. Сухой доширак. Маленький. Готов, для того, чтобы 9,49 стоит. Класс. Он тяжелый, слушай, какой, да. 2,5 паунда. Ой, классно, вкус сухого доширака. О, это вкусно, да? Вот любишь же кто-то сухой доширак кушать, да? Я помню, мы тоже кушали. Вот, пожалуйста. Эти чипсы тоже появились, которые из картофеля разного. Стоят 6,99. Они пропадали на какое-то время. Давай панды возьмем. 5,49. Я всегда думала, брать не брать, из-за того, что непонятно было насчет обедов. Но раз обедов не будет, то какой-то перекус им надо будет давать. Смотрите, какие маски. У нас Макс еще... Да всем надо носить будет маски. Они черные, да? Да. Стоят они... $10, 75 штук. Возьмем, потому что Максу в школу точно надо. Они почти такие же, как голубые, только черные. Да, да. Ладно, давай возьмем. Ничего себе, антибактериальное мыло стоит сейчас $3. Вставляете 4 штуки. Надо, мне кажется, взять Greenways это. Возьму-ка я его. Ничего себе, какая цена. Теперь надо понять, уложимся мы теперь в эту нашу сумму или нет. У нас там $296, кажется. Да ладно. Не уложимся, наверное, да? Ну давай, отчитывайся, Юрий. Все, ну все, потратили мы на это $6.75. Вот такая вот у нас корзина продуктов и вещей на $6.75, представляете? Но, видишь, не получилось бесплатно. Не получилось совсем бесплатно, но практически за $6.75. Круто же! Мы загружаемся. Очень красиво, Юрий, молодец. Да. А вы, пока мы загружаемся, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!